Алоха, с вами Sword Flame, и вот мы посмотрели шестую концовку. Условия выхода на нее схожи с другими концовками. Чтобы на нее выйти, нужно одного как минимум персонажа убить, как минимум одного проигнорировать и никого не брать в пати. Но если мы не берем в пати никого, то мы и так их игнорируем. В принципе, условия почти такие же, как и в концовке «Император тьмы», только там нам надо убить всех персонажей. Здесь же нам нужно хотя бы одного не убивать, но и в пати его тоже не нужно брать. Просто проходим мимо, и все. И получаем шестую концовку. Есть в Стиме скрин, где написано в конце «True End», но, вероятно, это фейковый скрин, потому что я получил все шесть концовок, и нигде в конце не было написано «True End». Хотя очевидно, что Мириам не погибнет, поскольку в «Ритуале ночи» она будет главной героиней. Может быть, не только она, но нам показывали именно ее. Ну что ж, все концовки пройдены. Значит, это будет последнее видео по этой игре. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми и пишите ваши комментарии. Всем пока!